Всем привет! С вами Топ 3 Майнерс, и сегодня будем продолжать играть в Майнкрафт. Спросите вы, откуда у меня эта алмазная кирка, потому что в прошлой серии я сгорел в лаве, умер, потом начал просто так подыхать. Мы сходили еще раз в пещеру, я забацал вот столько ресурсов. Много! Но не очень. Но много! Но не так много, как было раньше. И в этой серии мы будем мучить разные виды ферм. Разные, самые прям прекрасные, разные. Там какие бывают, не знаю. Ну прям разные, короче. Ферма сосящего говна с деревьев. Такая ферма тоже будет. Я говорю правду. Итак, я немножко грязи добыл, чтобы мы тут забацали такую площадочку, на которой будем выращивать тыквы. Чтобы потом в дальнейшем сделать себе тыквенный пирог, такой вкусный или не очень предмет. Оу, да. Оу, да. Если я только рецепт не забыл, там вроде бы надо было сахар, тыкву и еще что-то. Яйцо вроде бы как. А, да? А, или пшенка. Что-то такое. Или печенька, да? Может, вообще ничего не надо. Или свисающее говно с дерева. Ладно. И да, это уже 70 какая-то там серия. Ну. Не очень большой стаж. Почему? У тебя самого 0 серий, так что не надо именно наезжать. Я даже не наезжал. Хватит наезжать. Ты чё, крутой, да? Так, ладно, берем мотыгу, отмотыжить землю. Дима, что у тебя канала своего нет? Так. Есть. Классно, у меня стак золота. Ну, еще надо это оставить. И у меня разные виды покушать есть. Ну ладно. Сейчас пойдем за водой сходим. Быстро. Ты даже единственный человек, который говорит, у меня разные виды покушать есть. Я такой. Один. Вообще эпично, это ведро похоже на глаз. Глаз! Это корова похожа на свинину. Да, это корова похожа на свинину. Так, это факел. А, я веселый таракан, я бегу. Я тебя сейчас убью, Димаш. Я даже знаю, как ты танцуешь стриптиз, а я варю свой рис. Игорь? Чё? Ты выключен? К сожалению, да. Не бойся, мне это зажигалка. Да? Хорошо. Микрофон офни. Стой, да? Быстро микрофон вырубил, да? Он уже вырубил. Точно? Точно? Маффлс! Так, я не понял. Вы что, издеваетесь, что ли? Вика. Да. Видео жов? Видео есть. Правда? Я давно начал видео, ты чё? А я веселый таракан, ниндзя-ниндзя на поли. Ниндзя-ниндзя? Вау. Ниндзя-ниндзя таракан. Я веселый. Супер-пупер, я мальчуган. Я веселый уебан, да. Сам признался, ты капкан. Чего ты сказал? А чё как меня лучше? Ты так не умеешь. Раз, два, три, четыре. Ох. Чё, какую ферму сначала строишь? Тыквенную. Надо делать все продуктивно, то есть быстро. Ой, ну зачем стрелять в мою ферму? Это же новая ферма. Еще не. Кто в нее сейчас стрельнул? Я в нее сейчас настрельнул. Чем? Стрелой. А! Что он с тобой делает? А он меня поджигает! Он мой дом хотел поджечь. Злой, чудаковатый алкаш. Я бы шутил. Весело. Да ё! Моё! У меня нету своего ё, поэтому он не моё. Брися! Чё это значит? Так. Пора бриться. Я не понимаю его языка. Оп.
Так, потом и еще. Да не Майнкрафт стайл. Ну, мы продолжаем бацать фермы. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. И последний оп, а на это потратится куста мука? Не, не тратится. Ох, тыковка выросла. Офигеть. Лопата, я извращенец, я сломал. Что? Эта какашка хочет меня поджечь опять. Она поджежгла. Она поджежгла. Что это значит? Она подожгла. Надеюсь, прям в пшеницу не вырастет наша тыква. Ну, для начала это достаточно неплохо. Теперь сделаем заборик и все обгородим. Так. Ну. Ну, ничего так. Ну вот, красиво получилось. Дальше мы будем делать ферму тростника. Пойдемте стыбзанем немножко тростника у нашего друга, у которого в подземелье заспаунился слизняк. Ой, микрофон чуть не упал, офигеть. Мой Майнкрафтер. Digging Minecraft style. Оп, 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 оп. Digging Minecraft style. Dig, 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 dig. Димаш, я снимаю, ты позоришь меня. Да и не только меня. Свою. О, опять этот глаз вернулся. А, теперь он серый. На, топим Димаша. О, красиво, ничего так. Это что, печки или поршни? Печки. Digging Minecraft. Ты что, тростник дома выращиваешь? Я для красоты поставил. Да, и время от времени я буду его срубать. Да я не могу залезть. В таком узком доме лучше такое не делать, по идее, мне кажется. Да я. У меня узкий дом. У меня узкий дом. То есть маленьком. 12 на 12 для второй этаж, 24 на 24 маленько. У меня 10 на 10. Но у меня кажется больше. А, на чем мы остановились? Ах да, тростниковая ферма. Да. Она будет стоять у нас вот в этом замечательном месте. Либо на участке. Замечательно. Либо на участке, наверное, на участке будет лучше ее разместить. Да, вдоль этого. Правда? Кактусы я все равно не выращиваю, их можно срубить. Нафиг эти кактусы! Ферма кактусов! Anwar Beginner Online. Да? Добавьте его. Да я пошутил. Стоп, это я сказал в летсплей! Ладно. Запикивайте пи! Так, а что я поднимался вверх? Интересно, тростник больше растет на песке или на быстрее, то есть? Нету разницы, вроде бы как. Да, на Википедии ничего про это не было написано, поэтому, по идее, чем больше раз кактус вырос, тем он будет это быстрее. Еще раз. На песке быстрее, он пишет на песке быстрее. На Википедии ничего такого не написано. Откуда ты это знал, ой? Экстрасенс. Ты что, не знал, он же экстрасенс. Опыт. Да, мне так. Я тоже знаю, что он быстрее растет, но я не верю таким байкам. Ну хотя ладно, давайте для преимущества возьмем песочек. Опа. Кстати, на этом сервере я буду все хранить так вот. В одном сундуке то, в другом другое. Ну, имеется в виду. То есть в одном сундуке будет дорогое, в другом будут и инструменты, и там. Я всегда так делал. И блоки, а то раньше я делал. А то раньше я вообще по-другому делал. Т-т-т-т-т-т-т.
Ох, что за фигня? Чё-то подлетел только что. Ох, и снова. Эпично. И ферма тростника у нас готова. Осталось только его посадить. Гениально. Так, ферма тростника у нас все. Готово, 100%. Так, отложим все наши ненужные вещи. Да, и следующей фермой у нас будет... не знаю, какую даже замутить следующую. Чё думаешь? Автоматизированная ферма какао-бобов? Нет. Чё так? Просто какао-бобов. Почему не автоматизированная? Неохота париться. Пишем день. Гель, да? Гель? Всё. И... да, я лучше автоматизированную сделаю. А чё так? А чё не так? Чё? Ой, чё, крутой? Да? Точно? А ты чё, нет? Я очень даже. Ну, так что молчи. Ах. Ты прям как школота. Лип-пу-пу! Сам ты в школе это. Ты тоже в школе учишься, не забывай. Даже тем, кому 16 учится в школе. Я знаю, ну и не везёт. Хотя и нам так предстоит. Поубираем здесь эти блоки ненужные. Ой. Да, мы что-то мало говорим, надо побольше, по идее, говорить. Мы здесь эти блоки все поменяем, т.д. 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 Мы меняем эти блоки. Каждый блок мы будем менять. Прям каждый. Каждый. Ты в курсе, я это уже давно говорю? Ты только сейчас услышал это? Пип, ладно. Ах, да, что-то стало скучно их делать, эти фермы. Бам-бам. Разные-разные фермы мы здесь намутим, потом будет вообще легко проживаться нам. Сделаем еще что-нибудь там потом разово. Моб-спаунер потом забацаем крутой, автоматизированный. Забабак. Автоматизированный моб-спаунер. Это безумие. This is madness. No, this is fun. This is нет Спарты. This is Сирак! Не кричи на меня. А я буду. А ты что ты от меня хочешь? А я тебя буду кричать, когда захочу ты. Алкаш. Е, алкашня. Алкаш, ты понял, а? Ты молчалька. Выхожу я на улицу, лежит около моего дома алкаш. Да бейба. Ах ты ж, чё поёшь ты? А вдруг ты ж поёшь? Чего ты, вообще, ты поёшь, Димаш, ты? Давай лучше нормально разговаривать, летсплей вести, а то мы капец как дебилы. Правда? Да, ещё бы. Он говорит, заткнитесь, полозай. А чё ты в чат, а? Или нет? Знаешь, чисто было живую писать, а? Говорит точнее. А, ниндзя, ладно, ладно, уважительная причина, всё нормально. Индия напали на тебя, да? Когда делаешь ферму один и болтаешь с другом о чём-то дурацком, получается очень стрёмно. Не пробуйте, зрители. Это вам удачный пример, чего не нужно делать в летсплее, да. Вот, что и мы хотели сделать. Правда? Нет. Нужно взять... Бом-бом. Бом-бом. Да, блин, опять мы продолжаем так делать. А! Так... надо сделать. Теперь бегарёк. Ладно, делаем раздачки. Так, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. У нас будут луки. А, еще нужно камешка взять. Рахмет, спасибо. Все, давайте, до свидания, сундуки.
Вы мне отлично помогли сегодня. Так. Бацаем палочки. Бац. Вот так вот. Бац. Палочки у нас есть. А нафиг нам палочки? А, да, луки сделать. Бам-бам. Три лука есть. Теперь будем делать раздачки. Так, обкладываем все. Три раздачка надо. Раз есть. Два есть. Три есть. Все, теперь мы должны сделать еще и рычаг один. Один рычаг есть. Больше не надо. Ненавижу, когда стекло не туда ставишь. Так, я забыл взять тропического дерева, фак. У меня пропали тропические саженцы. Земля в опасности. Зато мы строжка. Я пойду и ты бзанул у тебя эти семечки, если ты не против. Звонят!